Сегодня на селекторном заседании Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности на дорогах Анапы доложила об итогах работы в преддверии новогодних праздников. Так, на курорте была разработана муниципальная программа. Объем ее финансирования составил более 13 миллионов рублей. В рамках проекта возле 4 детских садов были установлены пешеходные ограждения. В городе и сельских округах разместили социальную рекламу. Разработана комплексная схема движения, а общая протяженность отремонтированных дорог составила более 8 тысяч метров. Особое внимание общественному транспорту. Сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние всех школьных автобусов и городских маршрутных такси в преддверии новогодних праздников. Сейчас в Анапе сохраняется теплая погода, однако муниципальные службы готовы к наступлению холодов. Заключены муниципальные контракты по городу и по сельским округам по зимнему содержанию дорог. Значит, в городе будет задействовано 5 единиц техники КДМ. Значит, создан пескосоляная смесь, запас пескосоляной смеси в объеме 400 тонн и 35 тонн для ручной подсыпки. Значит, на территории муниципального образования есть также и федеральные дороги, и краевые. По федеральным дорогам занимается у нас ДЭП-116. У них 4 КДМ-ки, 2 погрузчика. Ну, в общем, есть у них запас техники, запас пескосоляной смеси тоже готов. То же самое и ДРСУ «Вираж». 8 КДМ-ок, 2 бульдозера, 2 трактора и создан запас пескосоляной смеси.